Все, друзья, здесь заканчивается наша счастливая история. Вот кто-то самочку зацепил, вот такой зацеп. Вчера она даже здесь не спала, ночевала в голубятне. Все, я ее больше не буду выпускать. Вот она. Вчера вечером самец здесь сидел. Вот я пришел посмотреть, его нету. Его нету, друзья. Дайте самочку здесь по. Его нету. И вообще здесь ничего нету. Вот. Ни яйца, ни голубя, ничего. Я не знаю, кто здесь мог быть, но, по-моему, это крыса. Потому что другой вариант нету. Не знаю. У меня здесь сидят голуби в клетке на паровку. Вот здесь, здесь. Уже на протяжении года всегда я здесь ставлю. Никогда ничего не случалось. Не знаю, может самец где-то на крыше где-то летает, или потому что перьев вообще нет. Были бы перья, а так ничего нет. Не знаю, буду держать в курсе, если придет. Но самочка, она вот она оторванная. Вот она самочка. Видите, перьев в крыле нету. Это, я думаю, хищник. И вот здесь. Это когда хищник не может зацепить и только рвет. Либо, ну, это, я бы мог подумать об там кошка или хищник. Но если исчезли яйца, то это понятно. Это крыса. Так что вот такой. Ну, яйца как яйца. Уже надо искать самца. Будет жалко, если и самца, и яйцев, и все. Как-то так, друзья.